Смотрите в пятницу 12 апреля в 18:15 программа «Животных хочу домой» на телеканале «Самарагис». Вы увидите видеовизитки. Двум собакам и одной кошке ищут хороших владельцев. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Репортаж с фестиваля бродячих и бездомных животных «Лучший друг». И беседа с гостями в студии. Ольга Ромашкевич, член Совета фонда помощи животным «Символ надежды». И Наиля Ковегина, председатель фонда помощи животным «Символ надежды» и руководитель сообщества помощи бездомным животным «Каштанка». Обо всем этом смотрите в пятницу 12 апреля в 18:15 на телеканале «Самаргиз» в программе «О животных хочу домой».